Друзья, всем привет! По дороге на Штаузы мы увидели школу биатлонистов. Хочу вам сейчас показать ее, где тренируются юные биатлонисты. Вот здесь у них препятствия, горочка. Там вон виден старт, финиш. Вот отсюда они стреляют по мишеням. Вот, а здесь у них мишени. Интересно. Сюда тоже люди подъезжают, фотографируют. А тут даже вот пьедестал есть, да, первое, второе, третье место для награждения. Вот, ну а мы поедем дальше. Может быть, по дороге что-нибудь еще интересное увидим. Мама себе игрушку нашла. Мы ехали по дороге и увидели такую игровую площадку. И вот у нас Олеся решила поиграться. И интереснее, чем Данилю. Теперь мне тоже надо попробовать. Даня, он не мокрый. Это что, экскаватор такой? Да. Узнай, как он работает. Ты на себя их, Дань, ты садись и на себя. Так он тяжелый, он поднять не может, он спустился. А, понял. Садись. Туда песок надо. Нет, Даня, не надо такой игрушкой играться, и убиться можно. Пойдем дальше посмотрим. Смотри, какой он интересный, да? Я упал. Просто качаться, да? Попробуй не разлей воду. Да как ты ее не разольешь? Я сяду, а ты будешь это качать меня. Дань, 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 подожди, мама упадет. О, давай. Мама сейчас как укачает, тошнить будет. Даня. Нет, давай я лучше слезу. Да, я... Здесь качели. Качаться есть. Интересно, все так из дерева резное, да? Угу. У нас шпильплятцев вообще. Ну, там фигурка, там какой-то охотник или что здесь? У нас вообще ничего путевого нету. О, скользко. В России такие классные там шпильплятцы есть. Это канатная дорога, да? Ага. На сумку подержи, я не помогу. Это типа по воде, да? Это вы на пароме сейчас? Да. Давайте туда и сюда. Туда. Как будто по воде, по волнам. Да, не идет. Так тяните сильней. Давай, до берега чуть-чуть осталось. Давай, 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 давай. А, да, все, тормоза здесь, вон тормоза видно. Что, назад? Там сухо. Тяжело тянется.
Все, сласти, здесь сухо, там вода. Туда наклон сильнее, там вода, вы бы не вылезли. Давай, качай, качай. Вон, в начале, наверное. Вот, да. У мамы тоже идет. Здесь также, Олесь. Открывай эту, вторую. Все, вода пошла сюда. Открывай, сейчас пойдет вода к маме. Открывай. Давай, мам. Иди, открывай. Даня, открывай здесь рычаги. Танель, открывай здесь. Заработала. Сейчас будем электричество вырабатывать. Руки болят. Водяная мельница. Он что, прикольный шпильпляц, да? Классно. Детям вообще прикольно здесь играться. Все, пойдем, Даня, посмотрим еще, что есть. Вот он с водой любит вообще возиться. Если бы у нас вода такая была бы, да, игрушка, он бы с утра до вечера бы возился. Там. Здесь им хоть чем заняться есть. Смотри. Это, друзья, горка. Сделано как пещера. Интересно, вообще интересно. И качели, и песочницы. Дядька, видишь, он стоит. А вот бревно как вырезали под велосипеды. Видишь, под велосипеды как вырезали, интересно. Друзья, оказывается, у них еще и каток есть зимой. Для взрослого коньки в аренду евро 50, для детей 50 центов. Мы едем на Штаузы. Нас навигационка повела по этой дороге. Ну, Саня едет, едет, такая будка стоит, мы мимо ее проехали. Оттуда выбегает какой-то мужик, машет нам, свистит, кричит. Ну, мы не поняли, мы раз, думаем, может, сюда нельзя. Задом сдаем. Он такой говорит: а эта штрасса, ну, эта дорога стоит типа 10 евро, маут. Я говорю: как так? Говорю: а туда есть какая-нибудь еще другая дорога? Он говорит: назвал как-то там ее, кто его знает, куда она ведет. Ну и вот эта дорога ведет одна, и она стоит 10 евро. Говорят, в Германии нету платных дорог. Вот, заплатили. Тагскарта, 10 евро на сегодняшний день. А нам еще туда ехать около 20 километров. 17, там, оттуда. А, ну оттуда было 19 километров. Да. Вот едем по такой приватной дороге через лес.
Ничего такого особенного. Лес, дорога. Я думаю, что это заповедник. Думали, заповедник? Думаю, заповедник, поэтому и платная. Это Байрише Штатсфорстен. Нахальтих Ветшафт. Такой мостик мы проезжаем. А что там снизу? Ну там ничего. Да, осторожно там. Вау, надо. Красиво как. Вот тут еще мелантор очень был. Ты так сильно не наступай. Ага. Красота, на смотрите, какая. Наверное, весной, когда с гор тает снег. Тут, наверное, вообще много. Здесь, много, наверное, воды, больше, да? Воды. На это похоже. Сейчас мы поднимемся на высоту. Смотрите, какая красота открывается. Санька фоткает. Красиво, да? Вот здесь вот есть лавочка, если кто-то хочет пикник сделать. И вот такой вид. Видите, как удобно. Сейчас солнышко немножко светит, вообще красиво встает. Цвет такой. Но это даже на камеру не передать. Вживую это совсем по-другому выглядит. Облачно сегодня, да? Облачно сегодня, да. Жалко, погода. Нет, это не хорошая. Хоть сейчас дождя нет, а то с утра до обеда целый день дождь шел. Было бы сейчас солнце, вода была бы вообще другого цвета. Да. Вот, друзья, остановились мы возле такой горной речки. Это у нас здесь заповедник. И мы решили пообедать. Руки помыла. Даня у нас камушки кидал в речку сейчас. А Олеся готовит нам кушать. Жарим котлетки. С лапшичкой. Даня, хватит лапшу сырую хавать. У нас машина стоит сырая. Что, убегает масло, да? У меня масло только в одной стороне. Мы так встали неудачно. Пожарим. Даня помогает маме салат делать. Давай я сперва помидоры уберу. Но они тебе вообще не теперь мешают. Нет. Ай, Даня. Мама, мама. Сейчас это поменяю.
У нас сегодня с утра батарейки сели, два аккумулятора село, то что на улице солнца мало и солнечные батареи слабо заряжают аккумулятор. И еще и газ кончился, пришлось ехать с утра два баллона поменять газа. Этот баллон у нас еще с Хорватии оставался. А сейчас ночью отопление включаешь. Это и газ расходуется, еще и электричество. Вентилятор же на электричестве работает. Вот маленько подсело. И у Олеси газовая плита перестала работать пьезо. Зажигала сегодня спичками. Саня меня всегда говорит, ты не так спичку делаешь. Она ж не курила никогда, не знает, как спички зажигать. Печку не топила. Все не так. Вот. Мы ее сегодня научили правильно спички зажигать. Да, да. Тань, ты смотри на пальцы, а то ты их отрежешь. Знаю, в окно смотрит и огурец режет. Я знаю, куда, где мне резать, как мне резать. Так, что, сейчас, наверное, сюда их сделаю. Складываю. Ты что, огурцы жуешь, что ли? Найн. Ага, ну у тебя конфет? Без салата. А то я отвернулся, а он что-то во рту там уже грызет. Я думал, он огурцы уже съел. Теперь переходим на помидоры. Даня, ты кем будешь, когда вырастешь? Откуда я знаю? Ну, твоя мечта, кем стать, профессия? Откуда я знаю? Ну, поваром или полицейским? Нет, поваром не в жизни. Нет, не в жизни? О, никогда не говорю не в жизни. Даня, повар очень хорошая профессия. Не хочу я. Он сказал это. Говорит, когда вырасту, стану полицейским. Я еще не знаю. И учительницу, говорит, свою арестую. Мне уже надоело. Домашку задает. Говорит, много задает домашней работы. Даня у нас сегодня. Так, и он ее арестует. Мусорку найти, мусор выкинуть. Ну, здесь нету их, я не видел. Дальше посмотрим. Посмотрите, какой салатик Даня у нас нарезал самостоятельно. Давай мне это все. А, Даня? Танечка, молодец. Тебя... Салатик приготовил. Да, сынок? У нас тарелочки. Сейчас я тарелочки дам, ты подставишь, хорошо? Всем приятного аппетита. Кто с нами кушает? Кушает тоже. Всем приятного аппетита. Всем привет. Мы приехали. Еще раз привет. Мы приехали в Мюнхен. Хотим немножко тут погулять. Сейчас припарковались, еле как нашли парковку. Туда для вонмобиля тяжело найти. Нашли одно место на Олимпия. Парк Пляцы здесь. Мы идем теперь в магазин быстренько. Сходим. Бежим там Эдика до 8 часов. Санька хочет пиво. А я хочу пиво. В Баярне не могу баварского пива выпить. Ну там пару чипсов, что-нибудь такое взять. А сегодня я хочу на вечер. Что-то взять. Высокие тут дома проходим. Блин, я без стабилизатора так плохо снимать. С собой забыла взять его. На улице уже темно. Это велики на прокат берутся городские, но в аренду берешь и едешь куда тебе надо. Мы тут нашли Эдику. О, Саня уже идет. Че, Сань, закупился? Так намордник порвался, блин, еле завязал. Идемте теперь. Здесь такой бардак в магазине. Жесть вообще. Короче, зашла сперва я.
купила то, что надо, а потом поменялись маска и Санька. А взяла. Ну, взяла, да. А... Мы пошли, мы были там выйти. Ну ладно, теперь уже пошли все. И это. Потом Санька зашел, мы поменялись ролями, и он пошел. Ага, у меня еще и это. Я нечаянно, когда снимала порвала. Маску, порвала ее. Я стою, завязываю, там бабулька такая, ну накинь маску, как начала кричать, блин, сейчас заразим. Панику подняла. Там я такой срач в магазине. На ее намотал сначала. Фу, блин, вообще. Большой короче, город. Ужас. Не, такое не для меня. Вообще не знаю. Олесь, ну ты смотри, какие тут дома большие, большой район и маленький магазинчик. Тут народу сколько. Да. Все работники не успевают убираться. Мусорки вон грязные, смотрите. Мусор валяется. О, тут теперь темно совсем. Теперь увидимся в автобусе. Вот, друзья, мы пришли с магазина. Мы пока ходили, Олеся проголодалась. Нагуляла себе аппетит на ночь глядя. Решила пожарить картошечки. Хочу картошечку. На сковородочке сейчас с лучком пожарит. Вот. А я пивасика вот такого себе взял. Это единственное пиво, которое было в холодильнике. Другого сорта не было. Вот Олеся сидит. Я вообще-то сижу и смотрю влоги из Германии. И смотрит влоги из Германии. Саня на паузу поставил пока, чтобы снять. Вот, ребята, тоже подписывайтесь на канал «Влоги из Германии». Очень хороший канал. Мы их всегда смотрим. Учимся тоже много чего от них. Так, сейчас картошку помню. Так, вот, ребят. Сейчас Олеся начнет жарить. А мы тут маленько романтик устроили. Так лучше смотрится телевизор. Это не сильно ярко, да? Свет включишь, сильно ярко. А свечки... И тепло, между прочим. Да, экономия, да, света и энергии. У нас сегодня, кстати, чуть это аккумуляторы не сели. Я забыл холодильник выключить, переключить на газ. И ушли гулять. На 12 вольт холодильник работал. Считай, всю энергию скушал. А погода на улице не солнечная. И солнечные панели не заряжают. Тебя показываю. Да? Я думала, ты мою картошку там. А что тут шкурки? Ну, давай. Говорю. Нет, я просто рассказываю. И батарейки наши не зарядились. И вот экономим. На ночь осталось, чтобы печка работала. У нас печка на газу, но вентилятор-то от электричества. Да-да. А мы нашли такую парковку. Это возле, как оно, Олимпия, да? Да. И здесь нету для автодомов стоянок с розетками. Я все обошел, нет, только простые парковки. Сейчас будем смотреть дальше YouTube. Я понял, что, наверное, это типа сангри, наверное, испанский. Вот сидят мальчики, тоже смотрят. А я режу картошку. Жарила картошечку. Теперь у нас такой вот Abendessen, ужин наш. А Данечка не хочет что-то кушать. Он нам на мандаринке, говорит, нападу. Будет кушать мандаринки сегодня. Пробовать первые наши мандаринки в этом году. Мягкий. Ну, надо посмотреть, вот. Какие они, вкусные или нет. Ну и на этом закончим наш сегодняшний влог. Надеюсь, вам это видео понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте колокольчик. И до новых встреч. Всем пока-пока.